Мы проедем сейчас, мы с вами проедем по центральной улице нашего города. Центральная улица нашего города — это единственная, можно сказать так, кроме памятных улиц, которая имеет имя, которая носит имя первого президента. Так, переводите теперь. У нас, конечно же, нашу область во время Великой Отечественной войны не... Они на этих святых местах, к этому деревянному шесту подвязывают платочки, тоже делают жертвоприношения возле этого деревянного шеста. Платочек завязывают монетки, и уже потом платочек привязывают. Ну, сейчас все обсовременили, поэтому чаще всего можно увидеть перед входом на некрополь железный сейф с тоненькой дырочкой, вот таким замком. Кидайте туда денежки, и тогда Широкше придет, Там утро тоже рассказывать, кто с вас видит. Вот здесь акустика вот такая вот, она сумасшедшая. Интересное направление, перспективное очень, я считаю. И, конечно, то, что мы увидели, потрясает. Очень масштабно, внушительно. И отдельно хочется отметить прям гостеприимство всеобъемлющее. Мне понравилась печать. Скальная. Шахпарата, да? Скальная, да. Понятно. Так, пока не могу отметить, все. Религиозные места, я думаю, всегда они восхищают. Суммарно все впечатляет. Thank you.
красивые. Сейчас мы делаем такое вот на инфотуре всегда, такое вот мероприятие, как печь будем, как называем, Суля? Чимпек. Лепешка дружбы. Лепешка дружбы. Да. Все будем участвовать в этом. Тесто нам даст Сауле и покажет, как мы это будем делать. И... Короче, я бы сами готовил. Участвуйте в анимации. Короче, кто переведите кто-нибудь. Раз, два. Да. Зман, а лавочка? Еще еду. Собирайте. И так и рисуют, я смотрю, вон, ну, вот, всякие гадания. Здесь очень много мест для
хотя уже был в Морнингстар один раз, приезжали очень основные. Ну, по-моему, здесь можно приезжать, то есть уже в этот раз мы сколько проехали, и есть места, где нужно побольше поснимать, побольше попросить, побольше погулять. Все очень красиво. Вот он, петух. Нет, это 18 век. Вот смотрите, тупики, видите? Да. А где-то здесь оружие вон было. Вон он, туман. Интересное место. Есть что развивать, потому что действительно туристических направлений очень много, много сакральных мест. Ну, единственное, что действительно на это надо выделять финансирование, чтобы туристы, иностранные туристы приезжали, нам было не стыдно за наши объекты, за нашу туристическую деятельность. Sure, yeah, so this is my first time in Kazakhstan, and I came here just for the 3 days, and it's not enough time. Это его первый визит в Казахстан, он всего лишь провел здесь 3 дня, и по моему мнению, этого недостаточно. Yeah, so you must come back. Yeah, you have to do Kazakhstan in pieces. Однозначно нужно возвращаться и Казахстан как бы изучать разные локации. Yeah.